Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 875. Вы знаете, как читается соотношение n и вот такой значок включения z. Это значит, множество натуральных чисел является подмножеством множества целых чисел. Можно прочитать по-другому. Всякое натуральное число является целым. Прочитать разными способами соотношение между множествами натуральных, целых и рациональных чисел и изобразить это отношение с помощью кругов Эйлера. Итак, первое отношение у нас уже прочитано. Давайте изобразим это отношение с помощью кругов Эйлера. Множество целых чисел шире, чем множество натуральных чисел. Все множество натуральных чисел входит в множество целых чисел. Следующее соотношение. Множество натуральных чисел является подмножеством множества рациональных чисел. Всякое натуральное число является рациональным. И опять изобразим с помощью кругов Эйлера. Множество натуральных чисел полностью входит в множество рациональных чисел. Третье соотношение. Множество целых чисел является подмножеством множества рациональных чисел. Всякое целое число является рациональным. Изобразим это с помощью кругов Эйлера. Множество целых чисел полностью входит в множество рациональных чисел. И последнее соотношение. Множество натуральных чисел является подмножеством множества целых чисел, которое является подмножеством множества рациональных чисел. Всякое натуральное число является целым числом, которое, в свою очередь, является рациональным числом. Изобразим это с помощью кругов Эйлера. Мы с вами сделали номер 875. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.